Всем привет, дорогие друзья, с вами Беттер. И я бы хотел поговорить о новых акциях Warface. А вы бы хотели получить отличное оружие и редкие камуфляжи навсегда? У вас будет такой шанс. Нужно перейти на страницу bonusmile.ru, игры mile.ru. И тут можете вы открыть контейнер с боевым снаряжением за 75 рублей одна штука. Тут можете вы получить Скарел ПДФ, Ютас ЮТС, АС Вал, Чейтак М200, Килтек Шотган, Барретт М98Б, АК-47, Беретта МХ4 Шторм и много-много-много остальных стволов. Повторяю, боевой контейнер стоит 75 рублей. Ссылочка будет в описании. Итак, 22, 24 и 26 февраля вы можете каждый день получать по 3000 корон. Ради этого только нужно выиграть один матч в PvP или же пройти одну спецоперацию. Статус акции будет отображаться на специальной странице, которую я оставлю в описании. Оружие за кредиты можно приобрести за варбаксы, не пропустите. Чейтак, Винторез, СИГ-551, ФАМАС, ФН-2000, АУК, Килтек, Кобра Страйкер, Джек Хаммер, Анаком, СПАС-15, СИГ-552, Калико М96-0А, ФН-П90, GS-9mm. И все это можете купить за варбаксы на время. И это всего лишь на несколько дней. Ссылочку я оставлю также в описании. Взломайте хранилище и получите бонус к платежу. Это новая акция, чтобы получить бонус к следующему платежу. Нужно начать игру. Ссылочку я оставлю тоже в описании. Вам выдаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ячеек. Открываете любую из них ячейку. Например, я открою 6. Открываю. Если стрелочка, значит бонус получен. Уровень 2. Следующий уровень 2. Нажимаете. Открываете еще раз одну ячеечку. Я открою ячейку номер 4. Есть галочка. Значит, вы идете дальше. Уровень 3. Открывайте также какую-нибудь ячейку. Давайте я открою опять номер 4. Если видите черепок на экране, значит, вы проиграли. И текущий результат у вас будет отображаться на экране. Бонус будет доступен и активен 24 часа. После этого он у вас горит, и вам дается еще одна попытка каждый день. Если же вы пополняете на 400 кредитов, то вам дается еще одна попытка. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребят. Всем пока.